Я вот сейчас просто набросал сразу пакет вопросов для второй части. Он будет такой про музыку и про соратников. И поэтому, чтобы полностью оставить политический аспект в первой части, да. Я надеюсь, что получится. Последний вопрос в этой части интервью. Это вот история, которую ты рассказывал, как вы с Путиным там на газетке на какой-то закусывали и бухали. С нами еще человек 300. Ну, все-таки не 300, это твоя была инициатива. Ну, его на эту газетку. Инициатива туда спонтанная вот, абсолютно. Хорошо, вот ты как человек, который людей должен чувствовать, да. И видеть. Ты сумел его отсканировать? Он тебе был понятен как человек в тот момент? Или он для тебя остался вот... такая же терра инкогнита, как вот он является для половины мира. Но если я ошибался, то это говорит только о том, что он очень хорошо умел уже тогда себя подавать. Угу. А ощущение было очень позитивное, совершенно был открытый, не надутый абсолютно, немножко стесняющийся даже человек, легко принимающий решения, потому что нас сначала привели к нему в ложу, а он был на концерте у нас. Угу. Это какой год просто для зрителей? Это напомним. За 30, по-моему, дней до ухода Ельцина. Ага. Понятно. Вот, 99, так что мы еще да. не знали, что это наш угу. будущий президент, хотя слухи такие уже ходили. Угу. И мы пришли в ложу, и он говорил какие-то нам приятные слова, и как-то мы непосредственно общались. А за кулисами у нас уже накрыта была поляна, автопати. Mm-hmm. И там масса музыкантов, которые участвовали с нами, и друзья, они нас ждут. И мне неудобно. Я говорю, слушайте, а пойдемте туда к нам. Mm-hmm. Он говорит, да пошли. Mm-hmm. И охрана еще его мяу сказать не успела. Он с нами пошел уже, значит, вниз побежал. Быстро так, спортивно. Они следом за ним. Там было смешно. Нет, это все было очень симпатично. На форуме вчера без злобы, без опломба нам главное рассказал красавец, молодец. В загашнике у нас лежит такая бомба, что подожжешь запал и всей земле пиздец. Но это не беда, нас с вами ждет награда. На кой нам этот мир, коль наступает край, подохнут без следа все 9 миллиардов, а мы до одного прямой дорогой в рай. Я сам на этот рай давно имею виды, любой, небось, мечтал, чтоб на халяву в рай. Но есть один нюанс, туда летят шахиды, а тут мы всей страной, подвинься, открывай. Тут надо проскочить, пока взрывают глобус, а то дойдет до драк, кто будет отвечать? Я бросился к столу, прошу мне выдать пропуск, но чтоб кремлевский бланк и подпись, и печать. Бегу, смотрю за мной, другие припустили, уже кричат «давай!» Кто робко, кто смелей, у самого стола архангела скрутили, на выход отвели и дали пиздюли.